Агропром – одно из самых перспективных направлений сотрудничества между Чувашией и Республикой Беларусь, которое по праву считается признанным авторитетом в сельском хозяйстве. Какой опыт чувашская делегация привезла из Братской Республики, расскажем далее. Общество с ограниченной ответственностью «Гастеловска» расположено в 15 километрах от Минска, считается одним из лучших в данной отрасли. Комплексное сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием зерновых, овощных культур и молочно-мясным животноводством. Хозяйство имеет один из самых высоких показателей выработки, что позволяет окупать вложения в модернизацию производства. В частности, был полностью переоборудован молочный комплекс на 1000 голов. Пока в нем 850 коров-полукровок. Все процессы на нем, в том числе и доение, автоматизированы и обслуживаются всего двумя работниками. Роботизированные линии, используемые для производства и охлаждения молока, собраны на предприятиях Беларуси. Технология придумана французскими фермерами. Всего здесь 14 роботов. Главная задача операторов – следить дойку, чтобы коровы поочередно подошли на свое любимое место. И доверились умной технике, которая самостоятельно моет их вымя, тщательно сканирует степень чистоты и приступает к дойке. Это легкие конструкции, насколько я понял? Ну, это вы знаете, это конструкции, будем говорить, это сэндвич-панели утепленные вверху. Это очень такие десятка, достаточно плотные. Да, ну, надолго. Это надолго, да. Ну, 10 лет гарантии дают. Здесь рай для коров и телят. Все как у людей. Есть профилактории, где содержатся новорожденные телята до 20 дней. Есть отдельное помещение для декретниц. Они питаются по особому рациону. На строительство всего комплекса понадобилось 20 миллионов долларов. В 2014 году хозяйство получило прибыль в размере почти 2 миллионов долларов. На территории ОАО «Гастеловская» проводятся международные выставки достижений сельскохозяйственного производства и современной техники для высадки семян и сборки урожая.